Добрый вечер, друзья. С вами арт-клуб «Книги и кофе» и проект «Поэтическая среда». К сожалению, наш главный по проекту Владимир Хохлев сегодня отсутствует, но с нами все-таки сегодня гость нашей «Поэтической среды» Алексей Филимонов, поэт, литературовед, переводчик, автор 7 книг и член Союза писателей России. Алексей, прошу вас на сцену. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер уже зажег вечерние огни, как говорил Афанасий Фет. Он же и написал: «Сам не знаю, что буду петь, только песня зреет». Сегодняшняя тема нашего вечера – это поэтическое вдохновение, о котором мы постоянно говорим, читаем, но не всегда много знаем, потому что эта тема сокрыта от нас. Она как некое таинство. А что такое вдохновение? Так неожиданно, слегка, божественное дуновение сияющего ветерка. Над кипарисом в сонном парке взмахнет крылами Азраил, и Тютчев пишет без помарки. Оратор римский говорил. Это стихотворение Георгия Иванова. Оно удивительно тем, что он говорит, что Тютчев написал это стихотворение без помарок, а помог ему в этом Цицерон, которому ему посвящено стихотворение Тютчева. «Блажен, кто посетил сей мир, в его минуты роковые, его позвали все благие, как собеседника на пир. Он их веселых зрелищ зритель, он в их совет допущен был, и заживо, как небожитель, из чаши их бессмертия пил». Так вот, вдохновение – это то, что приближает нас к бессмертию и делает нашу жизнь осмысленной. В рассказе Пушкина «Египетские ночи» говорится о вдохновении, о том, что оно может приходить совершенно неожиданно, и оно передается итальянцу, у которого нет имени, герою этого повествования. За ним как бы угадывается, возможно, и Сальери. Так вот, этот импровизатор-итальянец может стихи сочинять и на заданную тему, и так, как велит ему вдохновение. Совершенно неожиданно, спонтанно. В сущности, эта вечная музыка течет всегда через нас. И мы ее заложники. Не замечаем, когда засыпаем, не замечаем, когда бормочутся строки. Ведь современное сознание очень рационально. Мы часто общаемся только по нужному поводу, не только с друзьями, но и с родными. А все иррациональное, подсознательное, то, что на самом деле тревожит нас, а, возможно, и составляет сущность нашей жизни, задвинута как куда-то далеко вглубь. Я сам помню свое детство, когда я сочинял стихи, засыпая, но стеснялся показать взрослым людям, мне казалось, что им это совершенно не нужно, как красота, ненужная в семье. Пушкин писал: «Бежит он, дикий и суровый, на берега пустынных волн, широкошумные дубровые». Когда божественный глагол до сердца чуткого коснется, душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел. И немало стихотворений посвящено теме вдохновения. Например, Ахматова писала: «И вот уже послышались слова, и легкие сигнальные звоночки, и просто продиктованные строчки ложатся в белоснежную тетрадь». И Пастернак писал об этом, что стихи слагаются навзрыд, негаданно, нежданно. И спросите у любого поэта, он вам скажет, что то или иное стихотворение ему дорого, потому что оно написалось вдруг, сразу, неожиданно. И он чувствует его как некий дар, который даже не решается править. И Владимир Набоков говорил, что суть нашей жизни не в хищнических инстинктах, не в постоянной борьбе за власть или еще за что-то, а суть в том отдыхе, в той минуте гармонии, которая посылает нам открытие. Пушкин называл его «Бог и случай, Бог-изобретатель». И вот сегодня, на этом творческом вечере, я хочу познакомить вас как со своими стихами, импровизациями, так и с остальной частью поэтического творчества, которому, ну, наверное, уже лет 35 или больше. 4 года назад, отдыхая в парке Александрино,
Мне сказали, что именно так он называется, местные жители. Я неожиданно написал свое вот это первое селфи, стихотворение. И удивился этому, потому что вот это стало меня преследовать всегда. Я брал с собой блокнот, ручку, но часто не успевал записать приходящие поэтические строки. А тут все вот неожиданно как бы полилось само собой. И в рассказе Пушкина «Египетские ночи» импровизатор говорит: «Мы не можем понять связи между нашим вдохновением и божественной волей, которая ее вызывает». Вот эта божественная воля, ее вечная музыка, которая течет через нас, она является залогом этого некоторого вдохновения, а возможно и ее подобие. И когда вот таких видео-селфи стало достаточно много, я стал их выкладывать, делиться с ними. И я пытался рассказать, что это такое, чем оно отличается от обычного жанра поэтического творчества. Когда перед тобой листок бумаги или же просто компьютер, и ты что-то пишешь, и эта белизна, она как бы поглощает и что-то вытягивает из себя. А здесь ты оказываешься на улице. Вот последнее видео-селфи я записал в парке где-то полчаса назад. Кричали дети, приходили какие-то пушкинские строки про одинокий чон, вы помните, из «Медного всадника». И все это как бы смешалось при искушении этого вечера и встречи с читателем. Так вот, чем же состояние человека, которому внезапно, допустим, пришли где-то на улице строки, и он хочет их записать, зафиксировать, отличается от обычного сочинительства? Во-первых, он находится в страшном цейтноте, он понимает, что у него там минута, полторы, две, ему нельзя заикаться, ему нельзя молчать, а он должен выложить нечто цельное. Это уже некое состояние стресса, состояние другого человека. Во-вторых, обстановка совершенно непонятная вокруг. Я потом расскажу, какие странные случаи случаются, когда ты записываешь селфи. И в-третьих, вот эта самая мистическая камера, из которой глядит в тебя человек, это уже не ты, это уже другой человек. И вспоминается миф о нарциссе, который глядел в ручей. Кого он там видел? Он видел за маской свое «я», которое он всегда носит, какое-то другое, страшное, может быть, чудовищное начало, которое ему открывается в себе самом. А может быть, действительно, начало более светлое, более гуманное, чем он является. Как писал Иннокентий Анинский: «Но в самом «я» от глаз не «я», ты никуда уйти не можешь». И вот это вот другое «я», смотрящее на тебе из камеры, смотрящее на тебе со всех сторон, потому что, когда ты включаешь камеру, ты окажешься под прицелом не только глазка, но почему-то всех людей, которые уделяют тебе повышенное внимание. Ты кажешься им или чудаком, который... То есть они не знают, что ты сочиняешь стихи. Можешь показаться им чудаком или там снимаешь, разговариваешь. Во всяком случае, ты выпадаешь уже из этой голограммы, из этой матрицы, а занимаешься вот именно каким-то сочинительством. И вот этот вопрос, что есть наше сочинительство? Сочинительство изначальное, когда человек в архаичном древнем мире сочинял стихи не для читателей, не для того, чтобы их публиковать, об этом не было и речи. Он разговаривал с природой, со стихиями, с самим собой подлинным. И вот это вот архаичное начало видеоимпровизации, она всегда присутствует, когда ты включаешь камеру и видишь себя. Здесь тоже нужно преодолеть некий момент позора своего «я», потому что видеть надо... отстраняться от своего «я», от своего видения, потому что невозможно видеть себя, любимого в кавычках и нелюбимого. Если бы там был другой человек, актер, и другое дело. Вот это преодоление позора своего «я», оно тоже является некой условностью жанра. Однажды, например, я снимал у памятника Достоевского, а я люблю сниматься рядом с памятниками, вы это увидите, потому что памятники молчат, они настроены доброжелательно. И ты как бы вступаешь с ними во внутренний диалог. Вот одна девочка-цыганка подошла попросить милости, не вдруг увидела, что камера повернута на нее, я что-то говорю, ее снимают.
она пришла в такое оцепенение, ничего, так сказать, не могла понять, даже забыла вот что-то попросить. Иногда меня принимают за какого-то инспектора, который выискивает недостатки жилищного сервиса, говорит, вот там падает дерево, что вы цветочки снимаете. Или говорят, это платная парковка, здесь нельзя снимать. То есть поэт, который вот что-то снимает, он находится уже как бы вне мира, он уже частично из него выпал. Хотя весь мир присутствует в его кадре. И происходят совершенно удивительные события. Например, ветка может нагнуться к тебе, даже там хлестнуть тебя по лицу, как знак, символ чего-то. То есть это другой видеоряд. Как писал Андрей Эпитов в рассказе «Человек в пейзаже», это очень интересный рассказ, герой которого, он не примиряется с миром, потому что мир кажется ему настолько вот тонким слоем, вот этот холст, рядом с которым он присутствует. А поэт, который, допустим, там снимает себя, вот этот холст движущий, текучий, он как бы вот протекает все через него. Почему я как бы вот делюсь такими вот вещами, говоря об условностях жанра? Потому что они диктуют и другое сознание пишущему. Когда мы пишем стихи на бумаге или прозу, мы не ограничены во времени. Мы можем сколько угодно править. Мы скованы многочисленными табу, запретами на неточную рифму, плохую метафору, неправильные сравнения, какие-то лишние слова. И все это очень сильно нас сковывает на самом деле. А когда ты оказываешься в цейтноте, вот тебе надо сделать вот этот шаг конем. Вдруг подыскиваются другие слова, другие рифмы, стихи становятся более сжатыми и метафизическими. То есть поэт видит все, что происходит в единой точке зрения. У него как бы открывается сверхзрение, как у пушкинского пророка. «И внял я небо содрогание, и горний ангелов полет, и гад морских подводных, подводный ход, и дольние лозы прозябания». Конечно, я преувеличиваю и не говорю таким высоким слогом о том, что, допустим, вот происходит со мной или с каким-то вот моим персонажем, которому я передаю это сочинение стихов. Но, тем не менее, происходит, как писал Набоков, космическая синхронизация. Он же называл это умение видеть все, что происходит в единой точке времени. Помните у Пастернака? «Мылись мысли, слепла соль, и слезы высыхали, и прислушивался сфинкс Сахари». Вот эта вот пророческая как бы тема, она присутствует. То есть присутствует иное видение наравне с миром, который нас окружает, присутствует и на бытие, присутствуют люди, ушедшие от нас. И вот я привел примеры нескольких вот таких видеоселфи и покажу вам сейчас. Ну, первое, оно об известном диалоге Христа и Пилата. Что истина в Христу? А он молодец. Ничто? Откуда? Может, эту высоту разделит он? Сомнил. Высотно? А вы останетесь внизу. А некто выше цифровит. Что болит? По вам снизу. Сюда вернется? Сборник призм, что есть истина, Христос, ему ответственно, навеки. Я путь, я здесь, я вечно весь, я воплощаюсь, человеки. Пилат, что истина Христу? Вот такие странности происходят. То есть, действительно, стихотворение как бы сочиняется само по себе. А зачем? Кому это нужно? Это неизвестно. А часто в стихах у меня рождаются новые слова. Я вообще люблю сочинять новые слова. У меня их очень много, и существует свой словарик, дневник. То есть, это ежедневные доски судьбы. Как бы то, что происходит вне, еще не стало реальными словами. И вот я сейчас покажу
селфи, которые даже с новыми словами. Ацтекарь, последний из пламени Босха, покуда луны не мелькнула полоска, и сон не растаял, мгновенен и прям. Был воск горностаем, но таял и прям. Последнее нечто, ацтекарь, дыши, ты где-то беспечно вознесся в тиши. Пока не спеши, расскажи о безмолвии и выпиши нам полнолуние, и снова весь мир до краев здесь исполнен любви. Ацтек и ацтекарь, вино на крови. Видите, вот этот некий персонаж, где объединен ацтек и аптекарь, появился у меня в видео селфи. Так что же есть такое творчество? Как писал Хайдеггер, это некое крайствование. Это то, что происходит на грани. А сейчас я вам покажу самый первый видеоселфи, который у меня получилось случайно. Пишу стихи в тишине. Недавно ясно стало мне. Стихи зовут меня. Друзья, кого? Быть может, не меня, быть может, тех, кто мне и там, кто в жизни. Местный. Пополам. Ну, что же ты? Я не скажу. Я спрашиваю, выражу, записываю и томясь. Я чувствую, но с кем же связь и с чем неведомо пока. Стихи мои, как облака, они недвижны, но плывут, зовут, и Богу предстают. Пишу стихи в тишине. Видите, хорошо сочинять в летний день, в тени, потому что зима, мороз, ветер и ненастье, конечно, не дают нам сочинять. Ты делаешь огромный глоток воздуха, не понимая это, и этот лед потом тебе мстит. И вот прочитаю видеоселфи. Поэты, что жонглеры, жонглируют словами, и башни воспеты, они в неволе с нами. И вроде на свободе, но некто словом жонгла твердит он в неком роде, и в рабстве, и в народе, и как понять бессмертных. И, может быть, мгновенье рассудит в это лето, кому стихотворение, и чье оно в начале, и кем забытым словом прочертит о печали над Ладогой суровой, и молнией, и светом, и блеском провозвестия. Слова не канут в лету, они живут в поместье. Вы видите, вот помещик Слован Жогла напоминает нам о Гоголе. И вот стихотворение о божестве. Он здесь носит имя Синеофе, напоминая о Саваофе и Синеве. Синеофе, бог участия, ты иному даришь счастье и прощение от Сини, обессиний и России. Почему меня оставил, обезглавил и вне правил? Только синькой не чернила, письма пишешь мне уныло. Отвечает Боже свыше, я стучусь в глухие крыши и в слепые окна даже заявляя о пропаже. Так воскресни, человече, в этот вечер эти свечи дарят синего взгляда и прощение листопада. И еще стихотворение о Боге. Лишь круги по воде, все, что знаю о Боге, свет к нетленной звезде, он незрим и в тревоге. Да и счастье свет проступает, как нечто, что видишь в ответ за страхой бесконечной в книге все бытия, для воздушной, открытой душ, где, кажется, я пребываю, забытой. И вот этот жанр напоминает нам о нашем месте в мире. Обычно мы не замечаем своих перемещений в пространстве, о том, как они заданы, может быть, даже существует какая-то склонность. А здесь ты являешься вот некой точкой, которая перемещается в каком-то вот дарованном тебе мгновениями пространстве свободы.
литература исчезает, как персик тающий закат, твердит во тьме почти лазая, ночная, но вернусь когда-то и обрету покой и волю, слова расставленные свыше. А нынче я прощаюсь с болью, стучат дожди по ржавой крыше, и век словесности резонной, традиционной и открытой сменяется на законной онлайновой. И столь сердито, а как же текст бумага, книга, куда исчез, но напрасно, не в укоризне дело жизнь, а в слове, в будущем, в сейчас. Литература исчезает, как персик тающий. Вот видите, здесь как бы мы ведем с собой диалог о литературе, потому что мы живем в настолько революционную эпоху, что даже не в силах осознать, насколько изменилось слово, насколько изменился читатель. Да, конечно, будут люди, которые будут писать бумажные книги и издавать, но они будут жить уже в информационном ином пространстве, читатель будет жить в ином информационном пространстве. Это все равно, что сочинять на пергаменте, когда началась эпоха Гутенберга, столь же революционная, приведшая и к войнам в Европе, к реформации, к напечатанию Библии, к тому, что у нас появились наши устойчивые жанры, поэзия, роман и так далее. И что же дала нам эпоха Гутенберга? Как говорил Розанов, стиль, интонацию, как корова языком слизного. Потому что наша бумажная литература, она все равно очень мало оставляет от нашего собственного «я», от нашего выговаривания. На бумаге ее не остается. И, к сожалению, это факт. Конечно, селфи – это некие условные черновики, которые можно дорабатывать, можно только смотреть, можно забыть о них. Но вот эта информационная эпоха должна нами быть воспринята не обязательно с любовью, но добросердечно. Если мы сделаем ей шаг, поймем, что это не враги, а наши друзья, тот же мобильный телефон, тот же электронные виды литературы, то мы можем и сюда внести что-то новое. И вот этот вот сегодняшний раскол, который существует, конечно, и в нашем сознании. Что такое литература? Будет ли она бумажной? Будет ли она иной, другой, третий, пятый, десятый? Опять же, этот вопрос. Что есть истина? И вот забавное селфи. Это перед ремонтом. Видите, там старые форточки. Форточка духа. Отверстие бездны. Что человек? Он худой, он болезный, он неизвестный, ненужный, забытый, даже забитый, родной, сердитый. Только отверстие, трещина, щель, пауза, в ней неземная свирель. Нам обещает сошествие свыше, предвещает спасение на крыше. Там мы проводим свои сновидения. Форточку духа открою для зрения, ради прозрения и горнего слуха. Скважина, нечто, зияние, глухо, глухо за него. А здесь, как струя, скважина. Вечность, вера моя. Видите, когда поставили стеклопакеты, уже пропала вот эта вот некая романтика. Однажды возле пруда был прекрасный летний день. Я увидел репетицию спасателей, которые откачивали какой-то манекен, и вдруг прибежали люди и говорят: утопленник. А я это все снял на селфи, пришел домой в каком-то смятении, но, к счастью, узнал вечером, что его удалось спасти. Там было очень мелко, примерно метр, и человек был спасен.
В общем, вот такие странные вещи происходят. Вот точки пространства, времени, какая-то материя, энергия потусторонняя сгущается с нами. Ведь действительно, мы же столько всего не выговариваем, мы не можем выговаривать жизни. Этим пользуются психотерапевты, психологи, которые люди обращаются за помощью. Хотя есть искусство, пожалуйста, выскажите этой природе, небу, поговорите с птицами, с высшим горним началом. И вот еще видео-селфи с новыми словами. Порода псовая из Техаски, охотничья порода, весь застыл предчувствие не напрасно. Сейчас и рифмы будет весть, и стих покажется покорный, и сам он станет. Кто же стих? Мой пес из глубины проворно вдруг выловил одно из них, из двух, из трех, из парных звуков, перекликающихся вне. А нам сонет. И вне разлуки. Мой пес — созвездие в глубине. Убегаешь от света, тьму торопишь в ответ. Пограничное лето — это вечный завет. Между светом и мною, между безмолвием и тьмой, за телесной стеною, за чужой глубиной, двери вдруг отворимы и распахнуты ввысь. В свете мой неторимый, здесь вокруг воплотись, и во мне безымянно просияй, и в ответ я скажу слово «манна», слово «горний завет». Да, мы здесь вспоминаем стихотворение о том, что осияно только слово среди земных тревог. Вы знаете, Николай Гумилев повлиял на меня очень сильно. Я когда-то написал диплом еще в 90-м году в Московском университете «Проблема подвига в поэзии Гумилева». Вот эта первая любовь к его строкам, наверное, она осталась. И Гумилев очень сильно проступает. И вот тоже новые слова. Все мы, что помним, есть человек прямоходящий, человек разумный. А у меня «homo vasdetus». «Homo vasdetus», порой «воспоримус». Кто он и место, чье занял незримо? Он пилигрим и паломник отчизны, даже иной, и свидетель на тризне, жизнеподатель, судья воспарящий. Кто он, страдатель, но, может быть, спящий, просто не видящий нас ненароком, в дреме огромной таится глубоко. Вот почему так жестоки порою станции, катрены, а рифмы игрою заняты вместо парения вместе. Хомо воскресный в земном поднебесье. Как говорил Пушкин, приписывайте слова Дельвигу, чем ближе к небу, тем холоднее. А вот грубо хрустальные здесь, под землей. Кто в них покоится, я не открою, покуда о том не сказала, мощный, бесценное чудо вокзала, здесь отправление в новые чаще, гробы подземные, мощи кричащие, может, воскреснут, но надо ли, право, о, безвестный, для них и лукавый. Подождите, вращение замедлив, наша планета вернет вас. Посредник, может быть, кто-то, прошедший здесь явно. Кто он, наследник? И все. В этом тайна. Грубо хрустальный. Видите, какие мифологические отголоски случайно являются. Также мне вот иногда видится какой-то дирижабль над стрелкой Васильевского острова. Был он там или нет, я не знаю. Но вот такое видео-селфи я записал.
Здесь есть слово «дирижабр». Это рыба-дирижабль, подобие ангела. Дежурный дирижабр над городом моим. Он дышащий пульсар, а мы во сне под ним. Он бодрствует и явь, открыто на века. А мы, пожалуй, вплавь отправимся, пока он к нам не снизошел, и там высоко, где тоскует по звезде, и бездны виден шов. Небесный ураган зарю вдруг разорвал, и дирижабр угнал. Тебя, ну кто? Я звал. Есть в сумерках томительных крупицы, а в них успокоение может быть сеянью, поглощенные страницы и лица здесь, или там, кому открыть сие наитие, росерк чрезвычайный, и дымы опрокинуты вовне, и все, что мнилось, пресекалось тайной, реальностью предстало в полусне, за этим сумерки исходит час за часом. Нет, на мгновение лишь приотворив ту глубину, в которой мы прекрасны. И не напрасно повторим мотив. А вот любопытный мотив Иоанна Крестителя. Вы помните, что у Мандельштама говорится в стихотворении, что матросы, по-моему, играют головой Иоанна Крестителя. И также мне поверещилось, когда я увидел любительский футбол в парке. Иоанна Крестителя, узнай на пути голову первозрителя, у бессмертия и горсти, где футболеры взмылены, мяч летает, другой ради крестного имени, поддающий ногой, получил посвящение, и в воротах судьбы бездна жаждет помщение, то с которой я ты. И судья провозвестие, и его голова пред ненастьем бессмертия, где игра кружева. Я. И вот так же стихотворение. Здесь присутствует некто Апоколесничий, возница апокалипсиса. Чье имя Апоколесничий? Кто апокалипсиса нить в сплетении судеб и наитий пытается сейчас внедрить? Кто дышит бездной и духами, которых вам не обороть, и каждый станет словно пьяный, попросит снова эту ночь, чтоб все преобразилось тайно в огне великих пирамид? Возничий явлен не случайно. В нем апокалипсиса вид. А вот появляется мифический остров Ладогаскар. Здесь и Ладога, и Мадагаскар, и имя Лада. На острове Ладогаскаре есть пальмы и цветут сады. Как долететь туда? На шаре, в обнимку с молодостью льды растаяли, и поневоле Гренландия забытия на Ладоге взошла в неволе. А там и Троица, и я. Все празднуют поток воскресный и 50 огней извне, но обещают сон телесный и воскрешение во сне. Ладогаскар, там пальмы, жарко, цикады, и восходит свет под солнцем, что горит неярко, другого солнца вне планеты. И я очень любил обращаться к памятнику Пушкина на станции метро Пушкинской. Вы знаете, что Пушкин из белого камня, но очень мешали электрички. То одна подойдет прошумит, то другая, то приходят люди сфотографироваться. И вот такой миг однажды я поймал и сделал селфи с Пушкиным. Вот мы с Пушкиным вдвоем вместе. Видно, Пушкин на своем месте.
А мне кажется, другой где-то. Пушкин есть, но не ногой. В лету я за ним бы не шагал быстро. Пушкин, рядом ведь вокзал, чисто. Нет его и духа нет тоже. Кто же есть? А он в ответ: Боже. За голограммой бытия есть мир другой, неупоренная жизнь моя, и сон благой, и мои знания. Врата ведут в него, но здесь не видно. Пустота и немота, и никого, кто постучался к нам извне. Но я стучусь в благие письмена в Англии. Читать учусь за голограммой бытия. Все нам кажется, что мы можем уйти за эту зеленую матрицу, но оказываемся здесь с нашими грехами, поступками и словами, которыми пытаемся себя оправдать. Каждой тропинкой Бог предначертал дела, дабы, чтоб ты осилить смог, дабы она вела к вечности и стихи. Мы оставляем здесь ствол сохранить грехи, может быть, даже спесь. Крона очистит нас, Боже воздаст за путь. Вижу, слеза из глаз огненных, не забудь, предначертала мне эту тропинку вне. Здесь остается путь. Свидимся, не забудь. Таковы вот селфи некоторые, которые я действительно потом записываю как стихи. Ну, я люблю также и писать о селфи стихи, об этом жанре, пытаясь его осмыслить, как и статьи. Вы можете найти их в интернете. Они посвящены разным темам. Архаике и новизне жанра, проблеме нарциссизма в этом жанре. То есть это толкает на какое-то расследование своего «я», самопознание или саморазвитие. Сергей Есенин в ауре берез, плакучих ив, ракит и тополей, сколько нам бессмертного принес твой стих, пожалуйста, его пролей. Сейчас сквозь синеву, как звездный дождь. Сергей Есенин, осень, кузнец, он отвечает, вот нальется дрожь, листва позолотится, и сердец, услышав стук, я стих вам сочиню. Сергей Есенин, я вас всех люблю. А вот другой мой герой Набоков, Владимир Набоков. Вы помните, что бабочка его сильная? Набокова душа все порхает долу над соцветием, кружа, забывает школу. Помнишь тот велосипед? Он полуспортивный и уносит толщину бед, где прилив мотивный. Кто-то шепчет звуки ля, откликаясь в бездне, ловит в мире соловья. Нет ли бесполезней право слова делать здесь, но и ты с булавкой. Про кого сегодня взвесь? Воздух душно-сладкой. В удивительном романе Владимира Набокова «Дар» герой его, Федор Годунов-Черденцев, тоже сочиняет совершенно спонтанно
случайно стихи. Если вы прочитаете стихи, вы найдете это стихотворение. «Любили что? Что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смертному казнимо. Как родине будь вымыслу верна, та улица кончается в Китае, а та звезда над Пулковым висит». И мне кажется, Набоков подарил нам любовь к жизни, любовь к миру, что сквозь его текст, страницы мы видим окружающий мир и чувствуем его красоту и трагизм. И мне хочется прочитать небольшую цитату из этого романа о том, как он видел мир. «Наиболее доступный для наших домоседных чувств образ будущего постижения окрестности, долженствующий раскрыться нам по распаде тела, это освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно свободное сплошное око, за раз видящее все стороны света, или, иначе говоря, сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии». И вот это чудо сверхчувственного прозрения дарит нам и стихи Набокова, который для меня столь же дорог, как и Гумилев. И я прочитаю стихи, посвященные видеоселфи. «За камерой проступает лик, грядущий из прообраза былого. Меня снимает я или двойник, которому струится бездны слова. Не различаю, аз или вне я, диктует строки не бездушной цифре, но страждущему глазу бытия вобрать весь мир и воплотиться в мифе о коронации духовных сфер, вместивших чаяние таимых вер, в ничто, в обман, в разоплощение нас для воскрешения из ритма фраз». Закончилась эпоха королей, замолкли клубы и уснула Дерби. Кто хочет стать первейшим из людей, тот шахматист, какие бы ни дебри его заманивали никуда, воскреснет Лужин и Алехин павший. И мы сыграем в шахматы тогда, и ничего не будет в мире страшным, и мат объявим всем, кто был не здесь. Потусторонность мы объявим с нами, а сны поделим между нами и теми, кто воскреснет. Днесь играю в шахматы, а ужин судья, и время истекает, пусть ничья. Шахматно-шашечный клуб возле Новгородского Кремля. Наверное, вы все его видели. Так кто же вот этот лирический герой, персонаж, который, как сомнамбула, сочиняет селфи, не видя ни машин, порой не людей, а порой наоборот. Какой-то человек за в ста метрах от тебя может повернуться, поглядеть на добро, недобро, и все слова пропадут. Так вот, может быть, он похож на шахматиста Лужина, которого придумал Набоков. А прототипом этого Лужина, может быть, является герой-недоносок из произведения Евгения Баратынского, все знаете. Это стихотворение, это дух, летающий между небом и землей, который не в силах воплотиться, но и не в силах возлететь в рай. И вот этому вот герою-недоноску я тоже посвятил некоторые стихотворения. Еще о селфи. Проталина видеоселфи, портал ли в заоблачный порт? В ретортах слагаются эльфы, и роется истинный крот. Кругом и во сне лабиринты, сан-спирит пропитан листвой, неубранный, жалкой, сердито, выбирающий замысел твой. Тебе не подвластный покуда, продюсер извне пригласил актера, гримера, спасителя плазменных сил. Не веришь трехглавому лику, за вспышкой последует боль Орфея, зовя Евридику. Он выплачет горную соль, то ангел, то демон клубится, пока зажигает глазок и воздух, пытающий лица, и бездну, дающую ток.
поднимет стол в потьмах. Над ним висел высоко. Гроссмейстер сделал шаг. Теперь драют кости. И чей-то рыба крик пронесся в погост, где шахматист велик. И кости изобильны, и шахматы близки. И ферзь уйдет из плена, сдавив виски. Все тоже окончали венши. Вот и я. Гроссмейстер вне звания. И селфи соловья. Здесь лужа на земле. Это я снимал у такого импровизированного шахматного клуба, где собираются шахматисты. Но, к сожалению, когда они играют, стоит очень большой шум, и невозможно там ничего сочинять при них. Но вот это место, как бы вот там пропитанное шахматным духом таких вот непрофессионалов. Застужая альвеолы, селфи множу в декабре. Над морозом даль виолы пишет музыку заре. Холодок летит за ворот, обжигающий гортань, воздух звездами проколот, и пророчит потудань миф о древнем Алексее, сон об... Что пожну я, то посею в будущей Неве. А пока в надмирном небе в клокотании языка, как в надмирном небе в клокотании языка, как в сиреневой утробе сумеречного быка. Голос матери порою различаю в тишине. Надо мной и со мной он не отстоит во сне. И поет порою звонко и звенит, как соловей. Мать моя, запомни тонко выкликаемых теней. Ты по праву ждешь ответа. Там отец и дед и я. Все мы вместе этим летом слышим пение соловья. Голос. Поначалу мне казалось, что человек, который стоит перед видеокамерой, выхвачен в какое-то мгновение времени, а потом нет. Я почувствовал, что мы несем перед камерой бремя всех прожитых лет, дел совершенных, несовершенных, и, в общем-то, память наших поколений, их поступки, то есть все это тянется из такого глубинного прошлого, что, может быть, и побуждает вот нас так выговариваться не на людях, а куда-то в пространство, что мы обычно в мире сделать не можем. А вот это посвящено Александру Блоку. Январь. Сусин, белоснежность. Простор вне окон и пустот. Завещанная Блоков нежность сейчас крылами к нам сойдет и обовьет. И растворится, и мы восстанем вместе с ней. Сусим искренний лиц, и солнце красное и снег, и под колесами созвучий дробится все, и мир, и сны, и броненосец, стерегущий бездонность. Немного стихотворений, написанных в памяти поэтов, как селфи, так и других. И вот я посвятил стихотворение, может быть, маленькому Набокову. «Мальчик с очком и мгновенная бабочка,
Селфи зрачком захватила в тетрадочку некий пустяк, цифровое возмездие, лет и сквозняк, летний дождь провозвестия, а пока мы втроем, я мгновенье и бабочка, сон наполнен огнем и бессмертием лавочка. Памяти Марины Цветаевой не сочинение стихов, но поиск рая, куда взойти от всех грехов, поток нирваны, где перепутали листы. Букет распался, Христос сияет с высоты. И вечность в танце, и мы с тобой, как друзья, ошеломленно глядим на пропасть бытия, почти влюбленно. А что такое вне любовь, дыхание неба, где Бог стать пленником, готов не ради хлеба, но ради строчек на земле, спасая жизнь евангелистам в той стране, в моей отчизне. И посвящено Глебу Горбовскому. С Глебом Яковлевичем я был знаком много лет, это был удивительный человек, очень добрый. К нему приходили поэты, постоянно теребили его, просили слова помощи, поддержки, хвалы. А ему хотелось вот поговорить чисто по душам, о жизни, о своих каких-то грехах реальных или выдуманных, а все его призывали к какой-то суете. А он хотел просто обычного человеческого разговора. Он гений предпоследнего призыва, поэт Горбовский, между нами Глеб, порой казался отрешенной глыбой, а иногда был мягок и нелеп, стократно смерть заглядывая в очи. Во что он верил и чему служил, мне кажется, за гранью многоточий крадется тень переплетенных жил, куда-то подключенная, но в суе обречена застыть. Вопрос смех. Он радовался, и о чем рифмою узнал ярче, и огромный грех пред ним открылся между тенью бездны. Мы проводили и поэта в сон, а здесь остался отблеск многозвездный. Стихи поэт выходит на балкон, клубится день, и синева прозрачна. Глеб Яковлевич, ты один из них, и тот полет за облаком невзрачный. Тот ангел или ты, вобравший стих? Конечно, мы постоянно размышляем о том, что такое язык, язык поэзии, чем он отличается от языка бытового, и почему он делает нашу жизнь иной. Я же вот иногда ставлю вопрос о языке, который еще не проявлен, еще не явлен здесь. Отсюда, может, приходят какие-то новые слова. О, физический язык. О, язык не здешний. Между вами бездны язык и трамвай не спешит. Искры мечут провода некто на подножке. От возмездия
нет следа. Холодно в окошке, там луна. Луна слюды, мой друг, прозревает в синий окаем вечный круг. Язык пустыни, плодостыни вечных дел сквозняка на суше. Двуязыки мой удел воспевать и слушать. Недавно я почувствовал запах упавших листьев, запах листопада, и вдруг вспомнил, что также пали в детстве цветные карандаши. Меня это поразило, что я вспомнил это. Значит, пахли листопадом неспроста карандаши. Желтые, алые, награды, разноцветные витражи, обращающие ветер, дома и синеву. Я покажу вам на свете бездонность и небо. Я рисую алым цветом, желтым, синим. Тема немым, разноцветным на столетие. Предстаю огнем, перед ним развожу бездонных искрах плана вечного огня. Лист рисует золотистый осень Паши и меня. Воздетое пространство и огни, и то, что нет. Карандаш не устоит. Ритм пробует на свет. Значит, пахли листопадом неспроста. Не так давно у метро «Проспект Ветеранов» поставили памятник Виктору Цою. Может быть, вы это видели, но поэт удивительно похож. И я, конечно, не упустил возможность несколько раз подойти к нему и что-то пробормотать, включив видеокамеру. До свидания, герой, воплотившись в НЭХ. Но будет конвой твой задумчивый стих и звезду. Но ты соль, просиявшую вдруг в бездне встретить изволь. Там твой истинный друг, постамент, пьедестал, летчик ты, космонавт, музыкант, просто соль. Людям страждущим, брат, я виновен ли, что укоризна твоя разгладила за то, что грядущего дня ты живой исполин, но не сдвинуться в раз. До свидания, мужчин, ты отдал про запас новый мир вокруг, и трава горяча, и слова выше ног, где заката арча. Как и прежде, невесомый недоноском на Руси, устремляюсь в сон не самой. Боротынского спроси, у Евгения проведай, чем я знать, хоть и мало, скажет он, пора к обедне. Я совсем для вас пропал, я растаял недоносок, полумысль, полузвук, он далек. И знак вопроса здесь оставим для наук и для критиков полезных, для читателей простых остается стих известный, вымоленный за земных.
как и прежде, невесомый. И вот я хочу тоже прочитать стихотворение, посвященное этим местам. Я жил здесь в 2002-2003 году на углу Пестеля и Литейна по диагонали от дома Мурузи, там во флигеле. И у меня были странные встречи с людьми, которые на меня повлияли, с людьми культуры. Например, у меня был друг, который был гениальным архивистом, архивариусом. А на углу было кафе «Экипаж». Это прямо напротив, сейчас там шоколадница от дома Мурузи. Помню, в кафе «Экипаж» пили мы чай с архивистом. «Будущность только мираж», — он повторил, — «дым со свистом». Мимо мелькали авто, ибо в углу на Литейном мы выпивали за то, чтобы царил безраздельно некий остаток души, не зашифрованный небом. «Лучше о Боге пиши», — он наклонялся нелепо, Пестели улицей плыл, и, оставляя мерцание, в книгу себя воплотил, искренний, как мироздание, там записал средь пропаж нас биографию мысли, в бездне исчез экипаж, флаги прощания повисли. Порта захалилась, смотрит из духла время. Разговорились. Миг луна, все в едином взмахе пролетевших краю. Я весь здесь, не стал, вечность отворил. В парках ткет созвучие, зовет листы. Падать неминуче волей красоты. А вот стихотворение посвящено переводам из китайской поэзии. Я немало переводил китайских поэтов, своих друзей, и узнал, что у них тоже есть подобный жанр, он пользуется огромной популярностью. Например, блогер выходит утром из дома и видит, конечно же, городскую суету, снуют люди, машину, и все свои впечатления он тут же вот записывает как селфи и тут же выкладывает в блог. Все это не рифмовано, но пользуется огромной популярностью. Людям очень нравятся вот такие как бы дневники, выложенные в интернет. Перевод китайского поэта. Подстрочный гол в него попадает летом. Блестящая, скользящая река. Как шелк ныряет вдруг за облака и рвется тонко, пауза отлеет, каков эпитет, а его и нет, сквозит мгновенно ленты пустоты. Так лето исчезает, а мосты все высится от сонной громады, вдруг ставшей белой. Так перевод не надо нить, что узнал ты все. Про этот стих, он глубже, словно лето, роет миг. Перевод. И вот тоже стихотворение со словом «внестальщик», то это верстальщик вне, тот, кто верстает наши книги где-то в инобытии. И вот, когда я жил здесь, мне мир, в общем-то, казался не таким радужным, потому что сейчас это место изменилось к лучшему. И вот такое было стихотворение про соляной город. Соль, перемешанная с грязью, искрящаяся на снегу, выбирает отцветы в тоназий здесь, на фонтанном берегу. И Пушкин выходил из храма, уже предчувствуя беду, когда за ним сквозная рана тянулась в истинном бреду. А в соседнем доме, насколько вы знаете, в 22-м, там Гоголь читал «Мертвые души» друзьям. Гоголь в обществе веселом мертвые души раздавал всем губерниям и селам, и на черный день в подвал, в тень осклизного колодца. До сих пор они, мутны, выпивают в небе солнце,
и съедают диск луны. Домик Петра за оградой вон там. Петр отдыхает, и сны по углам не теребят его прожитый хлам. Листья слетают, зовя записать. Новый указ, бесконечность изъять. Но тишина не спешит улетать. И вот видение сегодня Петра, обезглавленный Петр. Над блюдом площади дворцовой отрубленная голова. Закат окрасился пунцово от жертвы, что всегда нова. Все подношения вандалам, ревущие черни до утра, под ненасытным лунным жалом четвертование Петра. И лик его обезображен, кроваво-мутные глаза над пропастью многоэтажной взыскуют тщетно образа. Давно его фрегаты сгнили, корону черти сволокли. Нет императору могилы, водой им вздыбленной земли. Но иногда город предстает вполне гармоничным. Стихотворение «Великий закат». А мы проснемся в городе другом, где также виноваты кони Клотта. Ты их лишил невольного полета, великий скульптор, помня о земном. Небесный дол, куда им нет пути, лишь в зеркало глядятся отражения, там, где фонтанки медное брожение, и фонари предъявив заперти. Машинный след протаял в полусне, и листопадом тронутые кони перетекут сейчас в твои ладони, крылатые, как тени на стене. Промелькнет и не заметишь мост Калинкин, а бывало в департамент вдоль канала. Через него ходил Башмачкин. Рядом ночь, фонарь, аптека, блок, горят сквозные цифры. Мариинка, ноги, циркуль, синекровный мир балета. Вот и пестали зигзагом мост цепной, цепное время. В южной месте тяготенье, в день январского затмения. Двор знакомый есть за аркой, в лужах тает лед вчерашний. Лужин бредит солнцем влажным над осколками квадратов, черных, красных, безвозмездных, над подарками от бездны. Природа ждет небесного томления, мгновение, и бездна взаперти нам явится, и растворится пленье, и все воскреснут. У него вожди. Но кто он, ожидая снисхождения и откровения, стремясь узнать не имена, но чудо песнопения, в котором мы являемся опять и пересказываем эти звуки, язык земной, и гроб, и неуклюж. И лишь порой сквозь суету и муки является некто. Этот муж. Природа ждет. Зима, стекольщик городской, вставляет в раму над рекой закаты, трубы и мосты, чтоб это разглядела ты, мой ангел, в чистое стекло, где небо дышит так легко. Перевод из Фридриха Эйхенберга, Австрия. Это современный поэт. Ода к вечной женственности. Женщина, в мир сотворенная словом, неопровергнутым, искренним, новым, ты совершенна и телом, и духом, внемлю тебе зачарованным слухом. Ты утверждаешь в сиянии фраз вечная женственность, жизни алмаз. Ты провожаешь нас мир безвозмездно, от колыбели до вздоха пред бездной. Пищу готовишь, от жажды спасаешь, страхи отводишь, беде воскрешаешь. Ясно и подлинно сказано тут, вечная женственность есть изумруд. Ты беззащитна пред миром порою, мы забываем тебя за игрою, истинность женского кажется мнимой, столь неподдельно, нежна и ранима, и предаваема, о, страшный мир, вечная женственность, это сапфир, кто на земле носит лик Херувима,
мать или жена, или подруга любима, ты обретаешь бессмертие с ними. В женщине каждой мерцание богини, в каждой скрывается дар и талант, вечная женственность, суть бриллиант. Кто не изведал любовного зелья в страсти, где вечности сладко мгновенье, отдых и сон, все даровано грезам, невыразимым слиянье надзвездном. Негу и ласк я пленен до глубин, вечная женственность, алый рубин. Тайна какая скрывается в хрупком теле, в сознании возвышенно чутком? Так отчего мы не в силах мужчины, вам уподобятся счастьем гонимы? Женские души — источник святой, вечная женственность, рай золотой. Женщине внемлю я сердцем открытой, не отрицая души самобытной, и постигаю, ничем не обидев, в женщине каждой, всех женщин, провидя, истину выскажет эта строка. Вечная женственность, клад на века. Город нарисован из воскрешенных и наполнен звездами. Я заворожу. Вот леса. Здесь, в районе сна, вечностью двояко встала тишина, как стеной спасения и забвения. Все город вознесения и спасения. Я ли здесь отринут, я ли стал собой? Город не повинен вечности судьбой. Он разъят на части и соединен. Рисунок властно, где я, связь времен. Вот видите, на прогулке становишься внимательным, и иногда видишь нечто удивительное, что скрыто от обычных прохожих. Горнее присутствует в земном. Темная материя, мой дом, и шаги я чувствую в ином облачении, заступив за крону, кромку неба или край земли, в отрешенности стихи взошли, столь земным и небесным вдруг. Отвечай мне, чей я вечный друг? За стихом шагает бытие. Здесь оно, в листах или вовне? В памяти Михаила Лермонтова даже в пасмурный день различаю созвучие, доходящие в тень. Средь лазуревой тучи он накрыл нас душой, завершая рассудком путь когда-то чужой, а теперь слишком жуткий, чутко сон пустоты и корабль своей воли. Забираю мосты и тебя вместе с болью. И сейчас я почитаю обычные стихи. Ныряльщики земли. Мне кажется, что мы плывем в земле, слезами умягчая наши души, в камнях степи, в болотах и в золе, еще не растворяемые суши. Пока не вплыли в пепел пустоты, и чернозем так ласков поневоле, цепляясь за осенние кусты, под небо выбираемся от боли, сжигая ворох листьев в зеркалах, дремоты обступивших и огнями, нырнем в песок, и хрустнет на зубах песчинка, что вставала между нами. Ангел сердце начертал в небе влажными крылами и растаял среди скал за раскосыми ветрами. Лишь перо озарено
на закате безвозмездно. Возвращаемся на дно, ждем пушинку я и бездна, медь макая в синеву над простором без участия. Ангела я позову для сердечного причастия этой пашне ветрам, людям вечности и лету, заблудившегося там, где трамвай впадает в лету. Я люблю тебя, леплю из невидимого снега, или статую твою, или нетающую негу, отголоски слов ловлю, буквы в косы заплетаю, жду мороза и терплю обжигающую стаю горних ангелов, как тать, в сон сигающих хранимый, и не в силах отличать ледяного херувима от прообраза, и жду хлопьев реющего снега, янтарную звезду над зиянием ковчега. В памяти Иннокентия Федоровича Анненского. Я люблю увядание парка, когда осень слагает листы нотных знаков, а бледная парка избегает, пока суеты лист к листу, и ложатся детали полутени и сни на скамье черных веток беспечные дали бытие. Нет почти вне и вне. Эта музыка просто осенник сделал паузы в синих стихах, и поэт на излете России признается в невинных грехах, что уснул на закате нездешний, тот томил, и вокруг вранье поднималось вишневое и вешний, уплывающий мир, где ничье, и начертано имя безвольных остывающих рук колдовство, и иероглиф мечты своевольный торжество, и опять торжество. В памяти Иннокентия Федоровича Анненского. Я люблю. Видите, я иногда делаю паузу, потому что люди подходят и пристально выглядываются. Утренний сумрак, мне в школу пора. Я не снискаю успехов. Выйдет с каштанкой играть детвора. Вечер под лампою, Чехов, доктор Пенсне, уважающий всех, Жукова Ваньку жалевший, а у соседей подвыпивших смех, злобный, отяжелевший. Нам Чеханте рассказал о других, в мире, истории, людях. Так отчего же он бьется за сих и никого не осудит? Перечитаю страницы его, жаден ли был с ним Суворин? Взрослые спорят, а я ничего, не различаю средь зерен, синих алмазов, дрожащих в ночи, искрами плавки металла. Варят кристалл в раскаленной печи, статую для пьедестала. Чехов ли выйдет из темной руды? Это скрывается веком. В Ялте растаяли хрупкие льды. Тень обнялась с человеком. И стихотворение памяти поэта Андрея Романова, ушедшего 7 лет назад от нас. Путем звездопада, поэт опальный, опаленный, шагнувший во вакуумов ад, большой, колено непреклонный, он весел, словно листопад, готов исчезнуть вихрю в южном, но только майская сирень за ним сошла стихом жемчужным, во тьме рыдающим весь день, а он никем не притворялся. «Ты гений», — говорил он мне и всем, кто вечности стеснялся,
и сном доволен был вполне. Он пребывающих в Арабе позвал к прозренью на века, как новый Рим мерцает в небе, Романов и его строка. Лишние люди для каждой эпохи, личные судьи, доносятся вздохи вне сострадания, скорее в укоризне, что мироздание иному на тризне, кто современник одетый по моде, он всех надменней, чужак по природе, ибо ворвался в грядущее нечто, вам показался то злым, то беспечным, матрица рухнет, вспорхнет голограмма, в зареве духа его мелодрама. В памяти Николая Гумилева. В Ковалевском лесу, выкликая поэта, я сквозь имя несу каплю вещего света, средь глухого дождя прозреваю созвучия, в них поэт восходя завещал нам текучие и крылатые дни, и священные ночи. Руку здесь протяни, все предстанет воочию. К Гумилеву идем, корни руки зовущих приподнять чернозем в заповеданных кущах, и стихи, и кресты, капли вечного света посреди немоты догоревшего лета. В памяти Ивана Бунина. Пушистым древним заповедным вдруг повеял с небес дождь, что мылся бесполезным к нам живой водой воскрес. Лес проснулся чрезвычайно, он обрадован тому, что не могут в мире тайны. Но зачем мне одному знать о чем-то первозданном и разгаданном? Пока Бунин любезен своей тайны слов и твоих. Кайся, Кай, этой ночью вывозят снега, из карьера безмолвия город, надрывается кали пурга, лунный зайчик сигает за ворот зипуна первородной зимы, то проглянет, то канет бельмесы, и гудят у дороги умы, провожая руду, аки бесы, нервно спящих сознание вне. То Лилит обернется, то Евой, и снегов разворованных мне аватар предстает королевой. И тоже стихотворение с новым словом «Астигматы». Ну, здесь может быть намек на астигматизм какой-то. Соднят ладони на ветру, сжимая розы, на лобном месте дождь к утру, и кровь, и слезы уносит в почву глубоко, терзая глину, которая здесь восстать легко, и пуповину грядущей жизни ангел твой готов мне срока рассечь ладонью наживой, живее тока, и воскресить завет отца. Бог, Сын, Дух, Вера, Голгоф и череп без лица, легионера. Он продает сейчас копье, а гвозди паства приберегает на свое распятие царства. Собирайте золото, я коплю листопада, золотистый лох, изыскую награду, лиловатую бронзу, красноватая заяц, я люблю этот трус, и чекан, Марио, эту плавку металла, золотистый полигон. Вот туда и до Стамбула прием сложен немного. Не лишился грез отголоски фонарь. Вот что золото носит.
и вознес его звездный, как оправдание, и терновый венец, те листы мироздания. Христом, где Отец? Отторжение. Там ненавидят взрослые меня, где царствую ребенком безымянным. При тусклом свете призрачного дня я заряюсь сном первостеклянным. Заметный ветер пыль растормошит, и я присяду на краю асфальта. Но кем мне быть? Как будто кто решит. Кленовая пусть ляжет в бездну карта. Открой ладонь, там камень или снег. Мне нужен мир, где я не обнаружен. В круг фонаря, где времени побег, клубятся отражения жемчужин. Памяти Владимира Набокова. Бабочки на крыло встали и в небо взмыли. В будущность, где светло, путь указал, не ты ли? Прахом не стану ты, пеплом и растворением, но высотой любви в ставнях стихотворения. Стаи взойдут в окно, оку предстанут свыше. То, что предрешено, я мотыльком услышу. И те, кто предали меня, вдруг спохватились, и вновь погреться у огня ко мне явились. Быть лучшей жертвой или слыть, чем предающим, мне снова их пришлось пустить в подобие кущи. Но в оболочке нет меня, двойник безбрежный и отблеск темного огня на масках прежних. Постучи в небеси. Сейчас. Сколько их? Невесомых глаз, отражаемых здесь, на дне. Я среди них и молюсь во сне. За себя. Но кто я? Ничто. И порою зовусь никто. Одиссею застыл среди вас. Наблюдаемый пары глаз синих столь, что боюсь в ответ разглядеть бесконечный свет. А вот стихотворение, наверное, этот видеоролик не очень хорошо смотрится. Вы знаете, есть статуя Сергея Рахманинова в Новгороде возле Кремля. Мне кажется, высота почти 4 метра. Сергей Рахманинов мне стал как брат. На этой незапамятной земле я вижу памятник, и он не рад. Он рад всему. Но горечь на челе. Он эмигрант, изгнанник, как на Бог. Как многие, вернулся со стихом и с музыкой. Я помню, здесь до срока он музу искусства был греком. Мы возвращаемся к Сергею. Не имею я пару воробею, и все же с ним я селфи сделать рад. Сергей Рахманинов, мне он наперсник, брат. Преддверие о Владимире Набокове. Перед тем, как бабочкою стать, я лежу, и кокон душно-сладкий обвивается вокруг тетрадки. Не пошевелиться мне, не встать, золотистого луча дождусь, чтобы уже не слухом и не зрением, но глухонемым стихотворением в белизне слепящей растворюсь. Здесь черта, и чутким хоботком я во сне нащупаю удары. Здесь, где в сердце брызжет сок янтарный, и проснусь неведеньем влеком.
Природа жестока? Быть может, когда подгоняя века, она растворившихся множит, но память ее глубока. И в каждой соседней ненароком восходят и думы, и сны всех тех, кто здесь жив. И высоко, высоко ступени сосны. Когда величавы дубравы, то мысли у них чьи-то стихи. Себя заявляют по праву, а мы тут порою глухи. Глухи, как дух заранежский. А радуга с нами всегда. И в этот прилив Белозерский сосна нам расскажет сполна. В обоих притаившиеся сны уже плетут узоры зазеркалья, и тьма, по потолку небес стекая, заполнит комнату, где с нами будем мы. Фонарь-паук пронзает полусуть, в углу двойник тоскует этажерки, где книги без участия, водомерки. Пока их не раскроет кто-нибудь, спать или не спать, ответит тишина. За шторою алмазные созвездия, трехмерным стеклорезом милосердия, краят кристалл невиданного сна. Знание выше или мера, но водомерка скользя, молча подскажет химера. То, что потрогать нельзя, зеркало вдруг ты увидишь, и амальгама порой скажет, себя ненавидишь, за ним беспечный дом. Так не глядись ненароком через себя в пустоту. Лучше скользи прежде срока. Не упала на мечту. Стихотворение «Рождение Сирина». Есть версия, что псевдоним Набокова Сирина был выбран им еще в Крыму. О чем он бредил на пороге зрения? Весна в фиальте — это акварель, накинутая пологом забвенья. О том, что не вернется прежний хмель, там Ялта оживает мироздание. Акрополем, где Чехов ждал любви, писатели не любят состязания. Читателям за горизонт плыви, встречай суда и провожай бессрочно изгнанников и верных моряков, еще хранимых памятью проточной, в Солончаках одним из родников. Вот мальчик вслед за бабочкой неспешно ступил к закату, и мерцает свет над синевою крымской безгрешной, крылами воплощая путь планеты. За миражом таится Севастополь, на батарее бьется Лев Толстой, от балаклавы долетает птичий вопль и угасает вечности простой. В образах природы люди не видны. Нет, они подробны, словно эти сны. Что колышет небо и дома крутя, нас возносит слепо. Нет, порой дитя вдруг увидит нечто, лик из темноты. Это некий встречный, нет, душа, все ты здесь предвоплощенный кажешься опять. Возвращайся, спор. Мир прощен. Стихотворение своего рода диалог, называется «Свинцовый карандаш».
Он посвящен воображаемому диалогу Добужинского и Набокова. Художник Добужинский учил юного Набокова рисованию, а потом в Америке они переписывались. Эпиграф из стихотворения Набокова «Ut pictura poesis» – поэзия как живопись, посвященная Добужинскому. Эпиграф «Воспоминание – острый луч, преобразимое изгнание». «Взгляни, в природе соответствие не меньше, чем холодных туч, снопы с дровами из предместий, я притворяю в этот луч, так карандаш скользит, тушуя, все в сумерки небытия, туманит прежде, чем решуя, облечь в узоры соловья. Былой Петрополь стал прозрачен вслед ускользающему там, он перед вечностью безбрачен, иного не представить нам. В полотнах тающего ветра я оттиск нахожу руки, взыскую волны геометра, все пушкинские дневники. Творение Петра бессмертно, какая-то ветка у моста. Сирень кивает безответно, но гаснет в сумерках мечта о возвращении, о лике, глядящем в нас из пустоты. А ваш рисунок помнит блики и залпы горней немоты. Я прочитаю переводы, перевод стихотворения Владимира Набокова. Он написал не так много на английском языке. Я перевел почти все стихотворения. Вот это называется «Баллада о долине с высокими стволами». Своего рода такой вот. Тоже миф об осекновении головы Иоанна Крестителя. Возможно, так. «Пересекли две машины воскресный ручей, остановились на отдых в долине ничьей. В первой Арт Лонгвуд, флорист, начинающий бес. Дети с женою, известные как мисс Антилес. Место в машине второй занимает отец Лонгвуда. Отчим и тесть, застудивший крестец. К бухте бредут старики, избегая азарта. Дико звенят сорняки под колесами арта. Ярмарка выдохлась, пестрые обладки плато. Дети и комиксы вышли на свет из авто. Лонгвуд в безмолвии застыл, созерцая жучка, как тот ползет по стволу и взлетит на века. Поль с костылем прогрессирует астма Полины. Два негодяя в безделии своем не повинны. Я бы хотела, мать молвила сыну калеке, чтобы ты в мяч научился играть, как ацтеки. Арт нападал по мячу, и тот вырвался ввысь. Мяч на ветвях сиротливо дрожащих повис, словно в могиле он в ветках зеленых застрял. Дети взывали, но шар с высоты не упал. В юности я никогда не карабкался вниз. Лонгвуд подумал и ввысь устремился при всех. Локти исчезли его, а во след и колени в джазовой зелени чьи ненадежной ступени. Потин скользил по стволу, несмотря на сквозняк. Ветру листву отвечало. Заезжий чудак, что диадемы садов, что гирлянды из света, чуден полет наяву. Лонгвуд взмыл, как ракета. Тщетно семья призывала, как блудного сына, Арта сойти. «Папа, слезь!» — голосила Полина. Ангелы с неба сошли незаметно глядящим. В кущи зеленые, близкие облачным чащим. Скука мисс Лонгвуд уже перешла в беспокойство. Он не вернулся. Безумство, ковбойство, геройство. Нечто жена увидала под темной корою. Дети скучали, тут поль был укушен пчелою. Три джентльмена искали, где спрятался Арт. В шляпах бумажных, с колодой розданных карт, стали машины на трассе в тоске и опаске, вверх ковыляя в долину в ухабистой тряске. Дерево с Артом пропавшим наполнилось шумов, съездом детей, рыбаков, воплем чаек угрюмым. Пумы кипели в листве, и текли анаконды. Люди слетались под своды, взыскуя свободы. Древохирурги, пожарные, сыщики, стражи, скорая бригада, кружащая в танце миражей, пьяницы-бомжи, заставшие жен за изменой, близких предавшие, ждущие, сдрущие кары мгновенной, тени друидов флористы, гомункулус банки, девушка бледная с черной косою цыганки. Все побережье от мыса кошмара до лести вестью наполнилось, Лонгвуд исчез круговерти.
Дуб поднебесный, где вечностью бредили совы, златом сочилась луна. Спилен был до основы. Что же нашли, кроме гусениц? Новенький мяч в старом гнезде, будто голову срезал палач. Пень лакированной розы, перила ажурные, за виноградную лозы, удобства и урны. Сына и точно тот свет проводила она, стала невестой фотографу в ретуши сна. С этой поры антилес с четырьмя стариками часто бывает в долине, укрытые веками. Там от обедов глядят на вершины и дол, руки помыв, возвращаются в адов престол. И вот хочу представить стихотворение Набокова «Вечер русской поэзии». Оно большое. То есть лектор, он приглашен куда-то зимой на экспрессе прочитать американским студентам-аспирантам о русской поэзии. Предмет дискуссии вечерний безграничен, он никогда не будет завершен. В обрывистых кремнистых берегах строится речь бессонных русских рек. Лепечут дети так в невинном сне, помощник немый, магический фонарь. Слайд поместил и разноцветный луч рисует мое имя, как фантом. Другим путем отправимся, спасибо. На эллинских вершинах журавлиной полет стал основанием алфавита, стрелой на восходе и в закате. Наш горизонт ушел в лесные дали, где ульи и деревья в азбуке подобием стрелы птиц запечатлелись. Вопрос. Да, Сильвия, к чему красоты снов, когда мы жаждем знания прожарки? Лектору задают вопросы. И он понимает, что нужно ответить, потому что тоска, ностальгия не передается на другом языке. Не торопясь пред вами, я бы раскрыл свою судьбу в наречиях неуклюже, невыносимо, но пора идти. Что я пробормотал? Я попрошу птенца слепого в старом шапокляке остерегаться пальцев и желтков, яиц, разбитых фокусником в шляпе. И в завершение напомню вам про то, чем я преследуем всегда. Сжимается пространство, острова, воспоминания не завершены. Однажды в пыльном городишке Мора, полупоселок, свалка, чат, москиты, что в Западной Вирджинии, дорога красная меж садом и вуалью потоков ливня. Приключилось нечто, я смог вдохнуть России прежней дрожь, но не увидеть, падают слова. Ребенок засыпает, дверь закрыта. Скарб фокусника скуден и уныл. Платки цветные, хитрая веревка, двойной ноль для рифмы. Клетка, песня. Хотите ли разоплощение трюка? Мистерия не тронута, отгадка отправлена в смеющемся конверте. Прекрасная беседа, как по-русски. Как скажете вы доброй ночи? О, столь просто, бессонница моя. Твой взор уныл и страшен. Любовь моя, отступника прости. Бессонна смерть. Я в схватке рукопашной. С изгнанием демоном прощаюсь взаперти. И нет, тоже хотелось бы представить свою такую вещь, как «Петербургская комедия». Это поэма, состоящая из 56 глав, на первый взгляд разрозненных, как мне казалось, но, в общем-то, чем-то связанных. Она написана терцинами, то есть стилизацией под дантовские терцины. Глава «Роза имени». В другой эпохе живописцем был покорный ваш слуга, и тлеет пыл минувших воплощений на дворе, и дым струится меж былых могил на грибной поре, когда костер возводит запрещенный ключами музыкальными на ре, грибы и спор стихии возмущенный, все так же в бездну просится на свет. Гребница есть гробница воплощенных, неважно где, в горячем гиперкубе и в ледяной магнезии стиха. Когда я зарожден, какой гекубе, я признавялся в тайне греха. Я полюбил суровый мастихин, синтагмой завершающий века. Я маневрист, в основе триедин. Я график-кубист, моя рука ту бездну рисовала, ту стихи. И я ничто пишу наверняка. Мир вне предметов, паузы вне слов, скважение в грядущие века.
Но где моя основа из основ, опора в духе, колесо сансары, и размолол для краски городов, перетолок для потолка Тамары, готовя синь, и синим цветом лес я обличил, и клёкотом гитары под куполом сверкающих небес шагаю бытие танатоходец, для новых всплесков бурь душ, бури дух воскрес, кристаллами питается народец, доселе неразлучный с янтарем, трехмерность покидает и находится. Я утекаю в солнечный проем, стихогранильщик, сумеречный страж, аквамарист с отступником вдвоем, век воздыматель, вечности типаж. Ну вот я вас познакомил со стихами и видеоимпровизацией, которые я писал на протяжении малых лет. Это, в общем-то, малая часть. Мои интересы составляют Набоков, набоковедение, его связь с Серебряным веком, Золотым веком русской культуры. Как вы видите, вот новые слова, которые рождает. И, в общем-то, поиск чего-то таинственного, что ускользает от нас, ускользает и в жизни, и в творчестве, ускользает как сама жизнь со временем. Я благодарен вам, что вы помогли мне что-то увидеть, различить, понять, потому что вот представляю вам стихи, разные ипостаси творчества. Я как бы вот лучше увидел в этих вот кристаллах себя и хочу поблагодарить всех пришедших и прочитать стихотворение о детстве. «Ты что, с другой планеты?» Я ответил «Да». Лиловые рассветы на ней, провода, невидимый потоком, негаснущие звезды, и зарево востока вишневостью сады окрасило пурпурно, а в небесах лазурь, почти как здесь, Сатурна. Там нет планеты бурь и времени скупого, хватающего в миг все то, что образцово, и все, что ниже книг. Спросил меня случайно приятель площадной. Моя планета тайна мерцает надо мной. И вот на этой ноте, я думаю, что я закончу читать стихи. Если вы хотите что-то спросить, пожалуйста, я отвечу, мы поговорим. Вечер был очень необычный, потому что у меня не было возможности смотреть в ваши глаза, но я чувствовал реакцию. И все это благодаря русскому языку, русской речи, который существует и продолжает существовать, на все необразимое, что творится вокруг. И в этом главное таинство жизни, то, что жизнь победила смерть, как говорил Хармс, непостижимым для меня странным образом. Спасибо.